В Ярославскую инфекционную больницу номер один поступили 10 ребят из Петербурга. Они приехали на детский турнир по футболу, в итоге оказались на больничных койках. В клинику детей привезли на скорой помощи с подозрением на отравление. Однако после проведенных анализов медики уточнили диагноз – ротавирусная инфекция. По словам главного врача Андрея Шошина, пациенты из северной столицы быстро идут на поправку и пробудут в больнице не больше 3 дней. Дети поступили 10 человек вчера вечером в состоянии средней тяжести. Им проведены все необходимые медицинские мероприятия. Сегодня состояние всех значительно лучше. Симптоматики, кроме невысокой температуры у нескольких человек, практически ни у кого нет. Сейчас я только из отделения. Дети бодрые, активно общаются с родственниками по телефону, играют в свои мобильные игры детские. То есть, в принципе, состояние их всех значительно лучше. У нас опасений за их выздоровление никаких нет. Ну и сегодня же представители Роспотребнадзора проверили столовую, которую посещали спортсмены из Петербурга. К слову, последнюю проверку устроили здесь недавно. И все разрешения на работу за подписью главного санитарного врача области Сергея Милюка получены. Питались дети с 1 ноября. 74 человека. Все было без происшествий. И сказать, что это причина именно курицы, или это причина молочки, или это причина ОРВИ и перегрузка, потому что они гуляли и занимались спортом на улице. На данный момент сказать никто ничего не может. Ничего не доказано. Зачем вы говорите? Знаю. Вы же тоже не знаете. Да, они же везде ездят. И дети же и кока-колу, и чипсы, и все едят. Дети, непредсказуемые. Кушаем эту же пищу, что и все. И дети кушают.